fuck human beings, fuck humanity. Fuck human beings, fuck humanity. Fuck human beings, fuck humanity. Бля, чумак, Сим сидит. А, это... Минус, слышишь? А, я вижу, да. Там началось. Брекен's mission failed. Jade called the meeting in the town. Да, я супер пустил. Спасибо за пробу. Так, ну я не понял. Пошел он, торничок, сразу, короче, я помню, он где-то тут был. Вот он. Или нет? Нет? О, пацаны, пацаны! Где, бля? Сюда давайте. Зависаем, зависаем. Ко мне давай. Опа, нормально, ща, ща. Ну-ка. Двойной, двойной, нормально. То есть тупо за четвером можно зависнуть. Ты же можешь сколько от нас? И от Максима, или от меня? Ща, блядь. Блядь. Ебать, тут можно, блядь, целую эту. Во-во! Смотрите, как он смотрит, он ебать такой. Чувак, охуел. Где Максим? А, что Максим спрыгнул? Ну выносливость, давайте, ты дольше провисит. 15. Максим уже сдал. Сдался. Все. Ну, победитель, собственно, я. Минус. Танцуем? Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters and then Rise's men beat him to a pulp and stole it. Кусаки! Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up. На меня тоже кусака нападает, когда я спать иду. Тоже потом от нее этим антизином колешься. Да, можно из крыши прыгнуть? Можно. Нормально то, что типа у него чувак... Блядь, Нивас, чё наебал? В жизни так же будешь? А чё, ты сдох или как? Да нет, можно прыгать, там типа тебя телепает. Смотри. А почему вас телепает-то, я не понял. Потому что мы зацепили. А, локация. Да, всё, я вспомнил. Ёп! Ну да, да. Ножки его, ножки. На Е, блядь, всё. Димас! Ёп! Давай, ловите. А, нет проволоки. А, сука. Максим, ты что творишь-то? Мы поиграли, блядь. Ёп! Бля, Димас, там пламя горит. Бля, аккуратно. А, то есть... Я убил, я победил, но меня Максим Молотовым убил в итоге. Ну, ты проиграл. Я сейчас заебался бежать. Где мой баги? Хочу баги, как ты помнишь. Там что-то ты сих ушел. Не, баги как-то вообще убили атмосферы. Дрочки. На, ну нахуй. Блять, как сейчас красиво было. Есть FPS прыгнул. Подхожу хилить, Максим махает оружием. А, ну. Да нет. Сейчас мы подбежим, он только зажимает и умирает, короче. Блять! Я подниму его. Ой, да. Все, валим отсюда, сейчас эти прибегут опять, я хочу с ним драться. Сука, минус 70 кп, блядь. Отхилите меня! Бля. А, блядь! Это не я был, я тебя понимаю. Ай, ё! А чё вы оба-то упали, милые? Я не знаю, походу, Максим тоже со мной вместе взорвался, блядь. Мне нужно это вот завалить хотя бы, который... Да, который быстрый, а то я не подниму вас обоих, не успею. А, их двое! Ну, можете умирать, пацаны.
Я такой отпыю и кидаю себе кеда, блядь. Не скамля. Нормально. Алло, бля. Я так и знал, да, что Максим сейчас играется, видит нас. Крейн here. Да, чё. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The unlikely suspect is this warlord, basically local guy, calls himself Rise. And then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antis in from the airdrop. Блять. Его. Блять, там Максим. Getting close to the drop zone. Блять, иди туда. Кто-то зашел. Давай, кидай свой есть еще аптечки, нет? У меня есть. Давай ты мне. Ё! Мразь! Да-да, в руках с собой носить её. Ебать, Мак... Дима, уже отвали просто. Зомби. Тут еще суку, кстати. Алло. А, то есть ты взорвал ее, но даже этого не убил, просто взорвал, подошел. Снимай, Дима. Не убил, бля. Быстрого зомбака, который бегает рядом, я хп. Че, что? Че делаешь? Кто залез? Господи, вы чё рофлите, что ли? Один лутает, другой коктейли кидает, не знаю, как залезть. Я пошел к Диму. Я смотри, посмотри, что этот гандон там делает. А, ящик открыл, только вот этот жесткий стоит. А, я понял, короче, украсный, там вышка. О, давайте уничтожим громилу. Нажми Т, Максим, да. Блядь! Гранаты, да, я тоже заметил, да. Спасибо, Максим. Пацаны, блядь, слабые. Да, чё вы гранаты умираете, пацаны? Получил, поехал. Один просто через стоит. Ты чё ровный, что ли? Вот, ехал громил. Я вижу, как он бежит ко мне, такой, о, ну Лутецкий встал такой. Блин, там Лутецкий валяется вон около них. Это байт на Димус, такой Лутецкий, из заведения. Бля, там по-любому Максим! Понятно, как там тот лут оказался. Вот я без вас не бегал. О, смотри, Максим, сколько баллонов тут. Да я видел, нельзя ничего ебать. Да я видел, без вас взрывал их тут бегать. Давай, Димус. Где, блядь, где он? Не знаю. Давай. Я чё, дебил, а? Мне бы и надо. Ты обзываешь, что вместе? Почему я обзываюсь? Нет, чё по ногам, блядь? Чё там по ногам? Не знаю. Через землю. Не видно. Hi there. Блять, пришли просто, вхватили шкаф.
Унесли, слева пацаны, все, есть. Выносим. Good to see you. How's it going? А что он сказал? Он нам пиздал или что? The bad news is that it so there are two substations. It's already in after dark. А, я помню, это ночная. Да кто скипает, мразь, ступать, сдох. Good intentions, huh? Понимаете? Ой, я вылетелся так. Чего? Я сдох, короче, это. Блин, опять гранаты свои, сразу. Че, у меня оружия-то нет? Сука, 600 очков поебал. Заебал, ты гранаты кидает своего ёба, блин, чтоб ты сдох, нахуй. Да, Максим, блядь, блядь. Да хуё, это ты, блядь. Иди в жопу! Ебанутый Дима, сейчас ночь как бы. Меня поднимай. Че, сука? Ты его не убьёшь. Ой, блядь. Понятно. Че? Ну я понял, да, пока, пацаны. Ты звёнёшься? Я могу попытаться, но, блин, он же... Знаю. Их тут двое, нет! Пацаны, пока, все, я понял. Так, узнаешь. Пацаны, помогите, как бы. У вас двое сейчас. На секунд, пацаны, я вас жду, как бы. Тут бежать как бы еще. Бежи. Да мы не успеем, блядь, бежать долго. Да не. Если бы вы сразу нажали, когда я уже сказал, не, пацаны, я вас не буду спасать, не бежали еще 10 секунд. Может, попытались хотя бы. Если бы. Побежали точно. Такие сидят, такие щурят на безопасной зоне. Да не, мы не успеем. Вот эта вот мразь стоит там. А? Даже не пытались вы. Сейчас подождите, я покрафчу еще пельмолку. Че смеешься, поджечь? Ай-яй! Аккуратней с словами. Огонь готов, спасибо, погиб. О, классное испытание. О, Димс, иди сюда. Пусть сдохнет, Димс, если своя ошибка. Какой ошибки? Не смог убить, считай, если свяжу. Я не собирался убивать, я думал там чувак здесь TQ даже поймет, что я поджег. Моя может кто поднимет? Нет. Я упал. 8-7. Груз отобрали. Блять, да что творит он нахуй, штука. Я два ретарда. Меня, Максим, меня обними. Дюка. Не, пусть свои ошибки сдохнет. Вот сейчас вот нормально. Ну да, вдвоём там не смогли поднять. Один, давай его вот сзади, меня. На, сука. Чё хуё, Дим? Я подниму, Максим, сейчас говно разойдётся. Давай. Стоп, я ж поднял. Ага. Меню такое посередине, я аж поднял, стоп! Спись ты.
Дима, сади здесь, вот лежит ящик. О, даже. О, видишь, вон? Там красная бомба стоит, да, я вижу вот сюда. Во. Пришел к Диме, сон тут тоже красный. He said he would use it to get both of you out. La la la. La la la. Dawood does not. He has not wanted me for a long time. Сидим день Клайта. Ло 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 ло. Now he has what he wants. I'll get your son back, Soma. I don't know how. Ну что, вы едете? А, сейчас, конечно, глупо поставлю. Да, ничего. Дорога? Дорога, конечно. Хорошо, что я не пошел на остальное. Мне показалось. Не лучше путь. Вдруг он забудется. Да отъебись ты от меня! Чё, хуёший ломтик, блядь? Да чё за тачку поебал? Да ты кинул в гранату, блядь. Кидал мне в гранату, мне. Да, я сам себе, блядь, сжёг шумно. Возможно, Максим! Блять, прикройте. Убивай, Макс, я флоп закину, прикрой. Да чё ты, блядь, ну чё ты меня убиваешь, ты ебал? Опять 800, блядь. Не убивает, да, да ты меня жжёт, блядь, не я. Блядь, ты не видишь, что здесь огонь просто так горит. Ты меня кидаешь, куда я бегу, блядь. Может, Димас? Сука, ты что ли, пять? Знаете, на. О, Димас, прости, это ты, Димас, прости. Да ё-моё, да кто кидает? Ты пошёл ты в жопу! Зато убили. Ну, мы же этого хотели. Блять! Блять! Ай, блять! Сука! Блять! Блять, да блять! Блять! Ты куда ты лезешь, блять? Понимаешь, что ты там сказал бы? Хуяся тут. Да, Максим, а, вообще сука. Не палец, вообще ни разу. Так ты, сука! Я уже слышу! Просто мрази сраные. Бля, потом и кончим. Запомните, суки. Вот уже 1200 получил, так что я по всему. Ну ленивый уёбок, поднимись ты, блядь, дай мне денег, блядь, дай мне крышу. Пошёл ты в жопу, а. Ебать, тут раз, два, три, четыре, пять, вот здесь не нашли. Наверное, 5 баллов. Я бы тогда не говорил. Я бы там не пришёл. Я бы тогда сказал, что 5 не нашли. Ой, че налетели-то, блядь? Я же не знаю, Максим. Подыш, подыш, подыш! Че налетели? Так, я уже на половине пути. На этом моменте я сорвал. Раз не
сорвался. Баля. Блять, да как? Сука, там ебаная лестница, блять. А, как я должен запрыгнуть, чтобы не перелететь через хуйню, сука. Итак, сейчас Александр Новиков хочет совершить великий прыжок нахуй с пятого этажа. Димас. Ну чё, блядь? Ну чё, пощай, друг, тебе. Сейчас, подожди, сейчас, да, хоть для сигарету докурю. Ебать, брат. Вот мишень, короче. Разверишь, блядь. Блядь, Саша, блядь, такая школа, пиздец. Ну ладно, похуй, я, блядь, сказал, я прыгну. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный вот и прыгнул, блядь, дебил.